смотрим дальше. Вот. Вот это я не мог не пнуть. Если человек учит нас. Ну, есть такая способ прививки. Да, есть. Вот. Ну, материться хочется, но нельзя. Вот это вот страшная рана. Смотрите, размер веточки, да? Вот. У нее есть определенная площадь сечения. Согласны? Вот она. А вот эта площадь сечения примерно раз в 5-6 больше. Согласны? Вопрос, туда мороз попадет? А здесь уже потом пленка будет снята. А это хирургический шов. Она его заморозит или нет? Каковы шансы? В Сибири живем, в России живем, в холодной России. Каковы шансы, что она будет развиваться? Для таких тысячи, сотни тысяч видел. У себя видел почему. Только обрежешь, смотришь, а мне же деваться некуда. Не ветки резать надо. На прививку надо, заготовку черенкову надо, Сергею надо на питомник. Сколько я видел вот эту трагедию, что вот это вот отмирает. Причем этот год был самый теплый за 37 лет. И все равно отмирает. Хватает мороза 23, 32, 33. Все равно отмирает. Ну и к этой ветке, которая обреченная, еще присобачивает это. За что? Ладно. А теперь посмотрите. Возьмем, какую долю составляет эта ветка по длине, по массе. Вот. Уже тем более ясно, что она не ростовая. Вон они ростовые, видите, вон они. А это уже пошли по полуростовые, полуплодовые. И, допустим, она составляет, а дерево тут, вот, тут оно. Вот эта ветка составляет примерно 50-ю, сотую часть. И мы решили, что вот эта вот веточка, жалко, если здорово случайно не погибнет от мороза, что она даст что-то, кроме двух-трех яблок. А? Чего она даст урожай? Тогда надо вот те ветки скелеты убрать. Я так делал. Перепривал. Привил, прижилось, тогда давай несущие ветки убирать. А куда деваться? Ну, вот так. Ну, а чтобы не быть болтуном, я всегда стараюсь чем-то свои слова доказать. Видели? А знаете, кто это привел? Думаете, я? Нет. Я только пальцем показал. Это была учеба. Вот. Видите, тут даже еще даты нет. Значит, это было какой год? Может, 17-й, 18-й. Это первый опыт Елены Александровны Савинич. Студентки и это самое, спортсменки, студентки. Как там я забыл? Вот. Примерно так же. И это и есть несущая ветка. То есть уж не здесь уже поздно, понятно, поздно центральная ветка, я ее бы мог привить годом раньше. Вот это и есть вертикальный побег, вот такие надо. Вот, но самое противное, что вот этот человек взялся нас учить. Он взялся нас учить. Чему он научит? Тысячи попал. Они даже, я такие видел, не задумываясь это делают. Просто не задумываясь. Взял одну из 40, из 50 веток. Так тогда надо все 40-50 привать.